Второй день международного фестиваля театров кукол «Муравейник» начался спектаклем Озерского театра кукол Федорина Горя Корнея Чуковского. Это социально-комическая драма для детей от 6 лет, постановки режиссера Дмитрия Ерохина. Во время спектакля актеры не произносят ни слова, за них говорит музыка. Со сцены звучит голос только Корнея Чуковского. Спектакль начинается с шуршащей записи старого патефона. Корней Чуковский, Федорина Горе, читает автор. Как образ спектакля у нас с художником возникла как старая пластинка, с которой что-то звучит, какой-то голос знакомый из далекого детства. И нам так показалось, что мы можем погрузить и взрослого зрителя, который приходит вместе со своими детьми на спектакль, в свое детство, в ту атмосферу. И всем вспомним, что мы все были детьми. Спектакль необычен. Прежде всего, своей сценографией в стиле радикального конструктивизма 20-30-х годов прошлого века. Художник-постановщик Екатерина Трифонова. Режиссер обратился к тем временам, когда жил и творил Корней Чуковский. Популярным музыкальным направлением того времени был джаз. Музыка в спектакле заменяет слова. Она сопровождает актеров на протяжении всего действия. Кухонная утварь во время спектакля оживает. По сцене проносятся взбунтовавшиеся тарелки и чайник, утюги и ножи. Динамику создают и тараканы, такие неприятные в жизни и такие добродушные на сцене. Большую симпатию маленьких зрителей также вызывают черные коты. Чтобы горе сменилось радостью, надо подобреть и хорошо относиться даже к обычным предметам. Это понимает Федора, а вместе с ней и маленькие зрители. Добро – это знамя, которое стараются нести все кукольники Земли, ведь в этом их предназначение. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.